Да, получилось, друзья. Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, мы продолжаем играть с вами в Zero City, и, друзья, наконец-то у нас случилось то, что мы ждали с вами целый год, а может быть даже кто-то и больше. Итак, наконец-то мы с вами получили обновление, которое я по праву считаю фактически выходом новой игры, потому что то, что случится сейчас, изменит в корне всю игру. И объясню два слова почему. Потому что теперь игра будет у вас делиться на два этапа. Это доход до 100 уровня. И вся игра будет начинаться после 100 уровня. Вот именно так. Очень много у нас поменялось. И сейчас мы попробуем посмотреть, что у нас пишут об этом разработчики. Я постараюсь это прокомментировать. Что-то мы с вами, может быть, даже посмотрим. Ну, давайте смотреть. Итак. Мир Zero City становится еще суровее. Чтобы выжить и стать сильнейшим, необходимо совершенствоваться. Ну, это мы все знаем. Коллегия убежища во главе с Джиной и Орландо представляет вам новый проект. 11 уровень командного центра. Теперь у вас стало еще больше возможностей. Сразу вам скажу, что, друзья, бойцы как были максимально 100 уровня, так и остались. А вот работники вам придется подкачать теперь. Если у вас были по 3 звезды, то сделать их 4-звездными. Комплекты. Особый набор боевых предметов с различной тематикой. Юниты получают уникальный бонус за каждые 2, 4, 6 экипированных предметов из одного комплекта. Комплектные предметы обладают новой редкостью и специальными условиями для производства. Чтобы создать комплектный предмет, необходимы уран, ядро и определенный тип экипировки, характерный для выбранного комплекта, и имеющий требования к уровню бойца не менее 98-100. Друзья, вот это очень важная тема, и, собственно, если у вас будут такие комплекты, значит, вы будете нагибать. Ну и также продолжать совершенствовать офицера. А в этом дальнейшая суть вашего развития. Кстати, по поводу офицера, я уже смотрел, там новых скиллов пока не появилось. Ну, и это даже к лучшему, потому что появилось так много всего остального, что вам бы совсем бы с этим разобраться для начала, а потом со всем уже остальным. Новая редкость предметов. Аномальный. То есть у нас, я не знаю, какого он цвета, наверное, красного, я так предполагаю, ну, по аналогии с Hustle Castle, такого рубинового цвета. Соответственно, будет получаться из золотых материалов, различных чипов и так далее. Новый ресурс уран необходим для производства комплектных предметов и других манипуляций с ними. Добавлены новые комнаты для добычи и хранения урана. Ну, соответственно, это нужно, чтобы у вас был 11 уровень. Ядро комплекта – обязательная часть комплектного предмета, состоящая из элементов. Их можно добывать из различных игровых активностей или приобретать в магазине. В основу каждого комплекта входит свое уникальное ядро. Вот это вот очень важно. Я, к сожалению, вам сейчас показать не смогу, потому что для того, чтобы все это показать, нужно быть 11 уровнем, а я пока не 11 уровень. Я только готовлюсь им стать. Но я думаю, что мы в ближайшее время выпустим еще одно видео, в котором все это покажем. Новые комнаты для создания комплектов. Ну, это логично. Новая добывающая профессия – физик. И, как полагается, комната для повышения навыка в данной области. Обвесы. Новый тип предметов. У юнитов с навыком бойца 100 на 11 уровне командного центра открывается 2 новых слота экипировки под обвесы для брони и оружия. В них можно помещать предметы, аналогичные типу основного оружия и брони на юните. Обвесы существуют для всех типов брони и оружия в игре. Опять же, показать пока не могу, но, друзья, это тоже очень важный момент. Они очень сильно будут усилять вашего бойца, ну, я думаю, что еще мы это увидим в следующих видео. Добавлены новые уровни старых комнат. Казарма. Максимум бойцов в отряде увеличивается до 8 бойцов соответственно. Арсенал. Знаменосец позволяет выставить одного из ваших юнитов на защиту убежища. То есть нужно будет еще апгрейдить и арсенал. Его характеристики влияют на параметры данного защитного сооружения. Обучающие комнаты. Возможность развивать навыки добывающих профессий до более высокого уровня. Ну, вот я вам говорил, что теперь 3 звезды не актуально для работников, которые работают не на военных профессиях. Теперь минимум у вас должны быть 4 звезды. Надеюсь, вы
прислушивались ко мне все это время, которое я им сразу говорил, что делайте минимум, чтобы бойцы были 4-звездными, ну и там штучек 12-5-звездных. Химическая мастерская, новое снабжение, гипнотический газ, а также новые уровни старых снабжений. Технический центр, возможность создания чипов аномальной редкости. Два рыжих золотых чипа будут соединяться, соответственно, в аномальной редкости, в, ну, красной, я предполагаю, я пока еще, говорю вам, не видел. Так, значит, гипнотический газ, Хололенс увеличен объем запрашиваемых ресурсов, а также возможность делиться ураном. Жилая комната увеличена до 64 человек. Друзья, начинайте плодиться. Пусть ваши девчонки, когда будет комната готова, уже будут готовы разродиться. Так, немного для улучшения по игре. Добавлен новый тип оружия для химиков. Бомба. Также изменилась механика оружия. Колба. Скорость атаки оружия была значительно увеличена. К тому же гранату, губительная пушка и граната-энергетик получили новый тип оружия. Бомба. С этим тоже будем разбираться. Но, в общем, я хочу вам сказать, что все вот эти вот новые типы оружия будут не только для химиков в дальнейшем, а также и для стрелков, а также и для танков, для пехоты, для вашей. Но это чуть попозже будет. И там прям они реально клевые. Вокзал стал немного проще для прохождения. Теперь для его полной зачистки потребуется пройти 15 волн врагов вместо 20. Ну да, это мы сейчас, кстати, с вами, наверное, проверим. Для офицера добавлены дополнительные уровни вооружений и талантов для 11 уровня командного центра. Так, ну-ка, давайте-ка смотреть с офицером. Я же смотрел, ничего не было. Офицер, смотрим с вами специализации. То есть они теперь будут... Смотрите, у меня были вот эти вещи все прокачаны в топ. Вообще все было в топ прокачано, а теперь появилось, что мы можем для 11 уровня, например, увеличить вот эти вот вещи. Вот было максимально для 10 уровня удары союзных пехотинцев восстанавливаются их здоровье на 40% от нанесенного урона. А теперь, друзья, можно это еще увеличить на какое-то количество будет процентов. Ну и, судя по всему, это, наверное, 2 раза, ну да, 2 уровня. Можно будет увеличить. Имейте в виду, это важный нюанс. Так, хорошо, с этим мы поняли. Но новых не появилось. Новых специализаций, вот как видите, да, 3 новых специализации здесь не появилось. Так что это пока хорошо, потому что есть с чем и сейчас нам заниматься. Вот, ну, в общем-то, мы все посмотрели с вами. И давайте, наверное, попробуем пройти с вами в вокзал. Я уже здесь всех выставил. Это сегодняшняя, соответственно, установка на 15 человек, как вы видите, да, здесь у нас есть. Давайте по-быстренькому попробуем пройти. Правда, у меня премиума нет, уж простите. Придется немножко потерпеть. Посмотрим, как пройдут. Это мой стандартный сет. Вот, надо сказать, что я иногда до 16-17 уровня им доходил до этого, по идее, мы сейчас должны пройти вообще на 100%, так что, друзья, если кто-то не ходил по тем или иным причинам на вокзал и делал это зря, теперь, наверное, есть смысл ходить туда почаще. Но в любом случае, все накопленные ресурсы, которые вы копили до этого, будучи на 10 уровне, а как вы поняли, да, игра теперь даст от 10 и выше, то это, конечно, получается, что они пойдут все в тело, и вам будет позаниматься, ну, как минимум, ближайший месяц, наверное, точно, а может быть, даже и большее количество времени. И мощность отрядов теперь подрастет у вас до очень больших количеств, но... Да, кстати, здесь было не написано, а может быть и написано, мы сейчас посмотрим. Они должны были, знаете, что сделать? Ускорить прокачку отрядов.
Я сейчас обращу, посмотрю, если это в новостях или нет. То есть, по идее, теперь ваши отряды, находясь в качалке, должны качаться быстрее. Возможно, если в этот раз они это не сделают, то сделают вот ближайшие разы, и, ну, для того, чтобы вы могли, в общем, достаточно быстро прокачаться до сотого уровня. Ну и, в общем, вся игра до сотого уровня станет значительно быстрее. То есть, если вы думали, может быть, там, например, создать другой аккаунт какой-то или еще что-то по тем или иным причинам, или, возможно, пригласить друзей, то сейчас как раз самое время, чтобы они быстренько качнулись, потому что дальше будет уже, конечно, все сложнее. Так, ну, что у нас там вообще? Я что-то не слежу за нитью наших боев, как они там у нас боюют. Воюет. Кстати, надо было, знаете, что мы сейчас это посмотрим. Посмотреть, что там вообще с уровнями бойцов, с которыми вы конкурируете, да? Так, до 6 мы дошли. Давайте-ка вот здесь вот посмотрим, что у нас самый максимальный уровень какой получается. 4 миллиона 417. Ну, это не сильно выше, чем мое значение. Ну, в общем, я думаю, что, наверное, мы дойдем. Продолжаем разговор. Нашу мирную беседу. И давайте двигаться вперед. Ну, пока все вроде идет по моему стандартному плану, то есть я до 10 уровня доводил их, не используя скиллы, а дальше начинал использовать скиллы. Возможно, даже теперь можно будет скиллы использовать на более полном этапе, более позднем этапе, и поэтому будет получаться меньший расход у вас, ваших вот этих вот прибамбасов всех. И поэтому вы сможете сразу, ну, достаточно много проходить. Раз, вокзал. Что посмотрим. Мне интересно, пройдем ли мы его сейчас сразу или не пройдем. Вот это для меня интрига. Давайте-ка. Давайте-ка попробуем. Ну, пока я ничего сложного не вижу. В принципе, можно даже поэкспериментировать, поглубже походить без скиллов, но я, наверное, так рисковать не буду. 10 уровень. Давайте, наверное, будем подключать их потихонечку. Хотя, вот сейчас вот какие-то затупки здесь пошли небольшие уже. Вроде мои скиллы используем, но есть некое... Нет, вроде нормально все прошло. Давайте дальше идем. Нам уже чуть-чуть осталось. Я так думаю, что теперь на вокзале много народу поселится. Потому что... Да хотя нет, я, наверное, раз в день, пару раз в день ходил его. Все равно. Особенно, когда был премиум, потому что его вообще так быстренько... Без премиума, конечно, это немножко долговато получается. Но то, что есть возможность пройти его до конца, появилась теперь нормальная возможность. Она, в общем-то, и раньше была, понятно дело, но без использования чего-либо дополнительного совершенно спокойно. И без хитрых тактик, без всяких. То есть это мой обычный стандартный отряд, которым я хожу вообще везде. Я в нем с этим же отрядом хожу и в... бункер, и, в общем-то, хожу на арену, правда, на арену редко хожу. Но, кстати, ее тоже должны, по идее, поправить, должны были, нужно будет сходить посмотреть. Сейчас мы с вами не пойдем, вот, добавить. А у нас там что-то неровное количество, что ли, было? Или я что-то забывал использовать? Ну да ладно, это бывает. И потому что, когда говоришь, немножко отвлекаешься и забываешь о каких-то нужных моментах. Я смотрю, мы потеряли одного бойца. Это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой.
надо сказать, что прям нас хорошо так подразобрали. И сейчас мы посмотрим, на каком этапе находимся. По-моему, на 14-м. Да, это последний этап, как бы самый сложный. Давайте... Я уверен, что мы его, наверное, не пройдем нашими силами. Хотя, в принципе, рискнуть можно. Давайте рискнем, да? Чем мы тут сидим-то? У нас всегда есть возможность посмотреть, восстановить бойцов. Сейчас добавим вот этих левантозных челов, которых я, к сожалению, так и не докачал, потому что они долго качаются. Но теперь с ускорением прокачки увеличится возможность, соответственно, их быстро прокачать. Да, зря мы сюда, конечно, пошли. Надо было респать всех остальных нормальных. Ну да ладно, не страшно. Немножко их пофиксили. Смотрим. Так, сейчас у нас восстановятся наши бойцы, и мы попробуем еще одну попытку. Я очень надеюсь, что у нас все получится, хотя есть сомнения лично у меня. Так, давайте вот так вот сделаем. И здесь я, наверное, двух ресов поставлю. Вот так вот сделаем. Давайте последний ударный последний удар. Сейчас надеюсь, что мы как-то с ними разберемся. Может быть, и не разберемся. Нет, судя по всему, наверное, у нас ничего не получится. Очень жалко. А может быть, получится. Да? Да. Получилось, друзья. Ну, в общем, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Но все равно отряд такой немножко слабоват. Я не уверен, что я вторую ходку пройду. Там уже как повезет. Вот мы забираем награду. Пожалуйста. Все. И я так думаю, что теперь вообще легко. Ну, по крайней мере, все те, кто проходил до 15 уровня, абсолютно легко будут проходить. Ну, а те, кто дальше проходил и подавно. Все, друзья. На этом мы с вами закончим. Пойду я, наверное, собирать денежку на то, чтобы проапгрейдить свой великолепный замок, убежище, пардон. И, наверное, в ближайшее время выйдет уже видео с дополнительными материалами, там, где мы с вами поговорим о всех плюшках более подробнее, которые появляются на 11 уровне. Всем пока-пока, приходите еще, будет много всего интересного.